Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат оставлен под стражей еще на 30 суток. Решение о продлении ареста вынес Кишиневский суд после 5-часового заседания на фоне новых акций с требованием отставки и нынешних молдавских властей. Из палаточного городка у здания парламента, там митингуют с конца сентября, люди сегодня пришли к резиденции президента. Полицейские наблюдают за пикетом, но пока вроде бы не вмешиваются. Почти месяц назад, 15 октября, на фоне таких акций у парламента и был арестован Влад Филат, которого обвиняют в коррупции. Чтобы его можно было взять под стражу, Филат, член палаты, коллеги-депутаты лишили его неприкосновенности. Поводом для массовых протестов, поводов находят все больше. Теперь это не только громкие коррупционные истории, но и недавнее значительное повышение в Молдавии тарифов на электроэнергию.